Приветствую вас. Я думаю, что именно ценностный ориентир человека определяется тестами. Вот, тесты не в единственном числе. То есть тест нужно пройти несколько тестов, чтобы понять ценностные предпочтения человека. Вот, и то это не будет гарантировать стопроцентный результат. Кроме того, даже если вы задаете, как вы называете, это контрольный вопрос, то, соответственно, человек может быть в одном настроении сегодня, завтра он может быть в другом настроении, и, соответственно, на ваш вопрос будет разный ответ. Вот что я хочу вам сказать. Во-первых, как правило, люди с ценностями, о которых вы говорите, то есть с семейными ценностями, достаточно, ну, скажем так, специфично себя ведут. То есть этих людей достаточно легко идентифицировать. Так же, как вот вы, например, знаете, да, что вот вы определенный человек с определенным поведением, с определенными выборами, ну, определенными выборами, я имею в виду действий, да, определенными выборами, я имею в виду там, поступков и так далее. Вот. Так же и, собственно, здесь. То есть человек с похожими ценностями, он, в принципе, будет вести себя похожим образом с вами. Поэтому здесь, в общем-то, ориентируйтесь на свою похожесть, если вы хотите именно вот мужчину с такими ценностями, как и у вас обязательно, вот то просто ориентируйтесь на похожесть. Чем больше похожести, тем лучше. Но, как мне кажется, проблема немножко в другом. Проблема в том, что семья, как приоритет с точки зрения психологии, с точки зрения, скажем так, проблем психологических, может рассматриваться как попытка обрести защиту, как попытка контролировать, как попытка значит, подменить индивидуальные ценности ценностями социальными, семья как институт, семья как цель, с точки зрения психологических проблем, может выступать объектом зависимости, то есть человек, который ориентируется на исключительно семью, он, в общем-то, достаточно зависимый, к сожалению, человек, потому что не самостоятельный. Вот. Ну и вы, в свою очередь, если обратите внимание на то, допустим, как вы говорите о, ну, к примеру, мужчине, вот, то вы увидите, что говорите вы о нем исключительно в контексте мужа и вашего мужа и отца вашего ребенка. Вот, вы не говорите о человеке в контексте личностного разреза, вы не говорите о человеке в контексте индивидуального разреза, вы говорите о человеке в контексте такого вот исключительно семейно-социального русла, что не для всех людей приемлемо. Поэтому в первую очередь вам нужно самой для себя решить, зачем вам семья, зачем вам ребенок, именно вам, и почему вас это так волнует. Потому что семья и дети не могут выступать целью в отношениях. И вот почему. Когда есть цель, вот как у вас, например, цель
там, допустим, муж и отец вашего ребенка, то волей-неволей происходит идеализация. Идеализация – это возвеличивание, преувеличивание, можно сказать, кристаллизация, то есть укрепление образа и увеличивающийся отрыв этого образа от реального человека. И за всем этим люди не видят друг друга. В чем, собственно, основная проблема. Тогда как отношения строятся между людьми, никакой определенности в отношениях быть не может. Вот. Любая, скажем так, любая попытка отношения контролировать ведет к исчезанию эмоциональной связи. Да? С другой стороны, вполне может быть, что вы не готовы к тому, чтобы полностью войти в отношения чисто семейные. А с чем это связано? Это вот такой достаточно хороший, на мой взгляд, вопрос, да? С чем это связано? И дело в том, что в семье, в чисто семейных отношениях, вам придется занимать либо ведущую роль, и вы в чисто семейных отношениях не будете взаимодействовать с своим партнером, иначе как только в качестве мужа-жены, в качестве мужчины-женщины и в качестве родителей. Ну, таких семей, лично я думаю, любой из специалистов, что работает с людьми, семейными парами, да, даже и с индивидами, ну, занимающихся индивидуально, скажем так, терапией, вот видели достаточно. И это очень обедняет отношения. Подобная вот позиция, да, она очень обедняет отношения, она очень сильно неоправдана. Значит, ограничивает взаимодействие и, самое главное, исключает глубину, исключает эмоциональную и духовную связь таким образом между людьми. У меня же есть ощущение, что вы хотите быть на 100% уверены в том, что мужчина будет с вами. У меня же есть ощущение, что вы на 100% хотите быть уверены, что человек от вас там не уйдет, что человек там будет с вами и так далее. Вот. Понимаете? Ну, это такой момент. С другой стороны,
Есть у вас немножечко искаженные же представления о эгоизме. То есть понятно, что эгоизм бывает разрушительным, это правда. Но без эгоизма человек не может любить, потому что эгоизм – это любовь к себе, только любя себя, можно любить кого-то еще. Соответственно, если человек эгоист, человек любит себя, человек заботится о себе, то, собственно говоря, он может любить и заботиться о других людях. Понятно, что, может быть, это не совсем ваш случай в истории про мужчину, который от вас ушел. Но также выглядит так, что вы на человека давите, выглядит так, что вы стремитесь и к семье, а в отношениях все-таки важно другое. Повторюсь, семья – это не самоцель. Семья – это следствие развития отношений, но не обязательно. И то, что вы нуждаетесь в защищенности, то, что вы хотите защищенности, вот. Это проблема, к сожалению, только ваша. И решать эту проблему нужно только вам. Без привлечения сюда других людей, которые могут захотеть решать вашу проблему, а могут и не захотеть, которые могут пожелать участвовать в ну, достижении ваших целей, а могут и не пожелать. И вы так или иначе оказываетесь разбитого корыта, если в человеке видите только способ или средство достижения целей. Ну вот, тех целей, о которых вы пишете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена.